Закончились круги ада. Счастливый момент настал, когда наконец-то я понял, что ад лишь я сам создавал. Когда наконец-то услышал я внутренний голос свой. Когда наконец-то я понял, все можно, пока живой. Да, в каждом из нас есть демон, но если его не кормить, он медленно, но исчезнет. И Бог вам поможет жить. И жить не от слова «живо», и не от слова «жизнь». Жить сердцем, душой и верой, быть добрым и мир любить. И можете сколько угодно крутить где-то там у виска, проверено лично мною. И это не просто слова.